Инцидент произошел поздно вечером в четверг на Фонтанской дороге, когда Сергей Стерненко возвращался домой. Нападавших, по словам активиста, было двое. Один убежал, второй получил от Стерненко удар ножом в область живота и истек кровью. Помощь ему никто не оказал. У Стерненко порезана рука. Активиста доставили в больницу. Полиция начала следственные действия. Как признался Стерненко, нож, которым был нанесен смертельный удар, принадлежит ему. Очевидец рассказал изданию, что в момент инцидента у дома стояло несколько машин. Когда Стерненко подходил к подъезду, одна из них моргнула фарами. Из подарки выскочили двое мужчин и набросились на общественника. Завязалась драка, в ходе которой активист применил нож. Машина с сигнальщиком тем временем уехала. По словам супруги активиста, ее муж обратил нападавших в бегство, после чего одного из них ему удалось догнать. 1 мая на Стерненко совершали покушение в этом же самом месте. В него стреляли из переделанного под травматические боеприпасы газового пистолета.